Всем снова привет, дорогие друзья, с вами Роман канал RuinTanuGame, и мы продолжаем родить игру Hitman Absolution. Немножко не с того момента мы начинаем, ну ладно. Я надеюсь, вы не сильно расстроитесь. Просто у меня там почему-то сейф не прогрузился. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Здесь у нас поцик. Оглушите его или убейте. Выбор за вами. Все, в любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Оглушили. Там вот никого нет, я этого вот уверен. Сейчас мы быстро все пройдем уже. Мы здесь остановились. Так. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Все, ноль у нас. Да? Так, вон где-то здесь таблетки были. Таблетки снотворного. Как там? А как изменять-то? Что-то я не помню. Так. Так, а как. А, во. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Отлично. Супер. Так, нам туда не надо. Нам надо идти обратно. Аккуратно, аккуратно проходим. Офигеть. Минус 4160. Жесть. Супер, чё. Не помню, вас. Вы искали грузовик на предмет взрывчатки? Отведите двоих и проверьте ущелье. Возможно, водитель разрушился. Теперь ждём. Конец связи. Так, он же главный. Да-да-да. Сейчас он подойдет и будет пить. Супер. Вот все. Дело сделано, считайте. Надеюсь, он отсюда же. А, ну да, все правильно. Усни. Крепким сном. Кстати, что-то от последней чашки у меня язва разыгралась. Продолжайте дежурство. Я проверю пост у ворот. Как же хочется присесть. Хоть на минутку. Знал бы. Все. Выходим. Сделано. Дело. У нас теперь плюс 4125. Замечательно. Идем теперь на второй этаж. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на... Если верить. Свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Разблокировать. Супер! Да. Кстати говоря... Подхожу к цели. Да. Кстати Отлично. Говоря, если кто играет в Hitman Absolution и просто удивляется, почему так долго загружается, вы не бойтесь. Просто игра, не знаю, она такая вот, как требовательная, что ли. Она очень долго загружается. Честное слово, у меня лично очень долго загружалась. Минуту, наверное, я три даже. Около того.
Идем. Смотрим. Только сиськи не показывайте, пожалуйста. Да, опять придется все это замазывать или положить что-нибудь туда, какую картинку. Да, детка, давай! Подожди! До свидания! Ай, блядь! Больно, сука! Ну, как-то так. Что ты сделала, пропадла, блядь? Ничего. До свидания. Ну, убивай ее. 47-й. 47-й. Чем-то напоминает такси, да, Романа Беллика из GTA 4, таксиста того, как вы помните, да? Я должен убить тебя. Зачем? Чем ты это сделала? А, падла. Зачем? Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя. Да, 47-й. У нас были принципы. Да, принципы, блядь. У нас были принципы. Диана, я... Нет! Я должна была забрать у врачей. Я знала, что ты поймешь. Я знала, что ты поймешь. Черт! Что-то здесь не так, ёпта. Ты слабеешь. Нет времени. Ну правильно, ты слабеешь, а нафиг он ее убил? В моем халате. Жесть. Письмо. Письмо. Беги! Беги. Так она вроде добренькая. Вместе. Че он ее пристрелил? Или это заказ был? Пока Трэвис не догадался, она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Обещай мне. Я обещаю. Бег вызывает много шума и может насторожить врагов. Агент 47 может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Фатальный урон. Наводитесь на следующего врага. Вы должны нанести фатальные повреждения. О, всех прибил. Всем фатальные повреждения сделал. Все супер, чуваки, все супер, блин. Да, класс. Не будем переодеваться. Если у нас ничего не... Ладно, идем дальше. А мне не дадут взломать? Блин, могли бы дать мне взломать, а? Ну, честное слово, что такое? Ты бы убрал оружие-то, чё? Ты знаешь, кто я такой. Я все знаю. Она мертва, да? Пошли, держись рядом. Пошли, Вер. Куда мы идем? Куда мы идем? На кладбище. Садись. О, мы сейчас еще катаемся. Супер. Прекрасно, 47-й. Ведите девушку в точку эвакуации. Машину он поджигает, что не видишь тут. Зачем ты нужна агентству?
Я не знаю. Может, потому что я... Диана сделала это ради тебя. Зачем? Пожалуйста, она была моим другом. Она забрала меня от врачей. Расскажи мне об этих врачах. Я не знаю. Все было как в тумане. Как дурной сон. Зачем? Это важно. Она о стоматологах по-любому рассказывает. Кажется, наш объект сбежал. Чёрт, давно. Блин! Этого я и маялка! Брось на это дело всех агентов, слышишь, Кейт? Найдите мне этого 47-го, пока он не исчез! А он исчезнет, чуваки, он исчезнет. А сейчас, походу, еще больше врагов станет. Обращение с оружием. Так, секунду. Итак, давайте продолжим. Так, секундочку. Далее. Плюс 12 тысяч. Супер. Вау, что мы можем взять? Что-то я не понял, что такое, но ладно. Тебе надо спрятаться. Агентству известно, где я могу. Как-то мы по-разному проходим. Так что ли, история с ней будет рассказываться? Я думаю, что повествовать будет. Можно мне с тобой? Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Странно. Как-то странно, ребят. Кто это? Ох, вы звонили. Это вы звонили? Да. О, ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. О, какие-то лаги. Со звуком небольшие. И куда я иду-то? В чем? Куда я? Что я? Где я? Где я вообще? Гляньте, тут девушки легкого попадания. Нашего Хитмана это вообще не интересует. Нам нужно... О, квартира сдается. Ну, купил он себе квартирку. 37 за 1000 в сутки. 1000 рублей в сутки на себе квартиру купил. Как-то дешево совсем. Мне кажется, даже в моем городе таком небольшом, там все равно квартира за 1020 сдаёт. За всего 1000 рублей. Это странно. Но сперва я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клёво. Тут есть один выскочка. Зовет себя король Чайнатауна. Ну, с тебя тут надо и выходить, в принципе. В общем, я хочу, чтобы он ушел в отставку. Ну, ты понимаешь, о чем я? Кинзе Чинантаун. Во-первых, король Чинантауна. Этот король, он живет в пагоде, в центре города. И отряд грязных копов сторожит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Вика. Позвони мне, когда закончишь. Идет? Идет. Ой-ой-ой. Идем потихоньку вперед. Книги, прекрасные книги. Выучите китайский всего за день.
Зря я это сделал. Зря. Это, наверное, не надо было делать. Честно слово. Ну, просто взял в толпе. Ну, по инстинкту нажал на крест. Привычка. Доходим. Нам нужно тут подальше идти. Вот там. Блять, у всех одинаковые куртки. Что мне делать? Я надо как-то убить. Бегали. Да, я знаю. Кто. Здесь работает полиция. Тащи сюда свою жопу. У меня Сахаров кончится. А я тот еще спасти. Наш секретный. Да, мы побыстрее. Может, как-то дальше можно там пройти. Мы во всяком случае смотримся. Что его убивать, конечно, не хочется мне. Нож. Как минимум здесь надо осмотреться, потому что история всего Хитмана, нужно было всегда идти аккуратно, особенно на сложных уровнях. Игры. Блин. И вот так, по-моему, придется это убить. Где он? Куда он ушел? Полторы тысячи мне сделали, супер. А, вон он, там. Ага, он дальше, походу, ушел. Окей. Просто не надо спешить, чуваки. Просто не надо спешить. Ходит. Нужно уже что-то делать. Реально. Так, не так, точно. Хорошо. Будем бегать. Вы же хотели хардкор? Вот вам хардкор. Будем тупо ходить и искать. Давайте туда вот сейчас пойдем. Посмотрим, мало ли вдруг что там. На самое дно можно спуститься прям. А что надо здесь? Здесь ничего, здесь только воняет по-любому. Очень сильно. Блин, соседи еще сейчас долбят. Вообще полный набор. Соседи сверлят или долбят. Гвозди свои. Дебильные. Реально,
дебильный ремонт. Добрый день. Добрый день. Мужик, свали. Вот дерьмо. Я, по-твоему, совсем идем? Да-да, нам туда. Вот ты! Не буду стрелять. Отпусти его по Харрисон! Тоже не то. Нужно сделать диверсию тогда, когда никого, походу, здесь не будет. Окей. Сейчас по той же самой тактике, только... Только сейчас мы сделаем все по-другому. Избегать уже не получается, ну ладно. Вот такая вот игра. Если вы хотите пройти ее по-человечески, ну, то вам так придется и страдать, в принципе. Думать, куда же нужно пойти. Можно, в принципе, всех перестрелять, мне патронов-то хватит. Я и сам могу просто сейчас клавомышкой и всех убить. Ну, в этом прикола-то нет. Я не для этого покупал игру. Я покупал игру для стелса. Если вы не хотите смотреть, как я мучаюсь, то не смотрите, просто ждите прохождения Assassin's Creed 3. Там я точно уже всех буду убивать. Это 100 пудов. Так, как там я проходил-то? Направо, по-моему, надо. Ага, он обнаружен. Как-то здесь, по-моему, не? Или здесь? Круг навернул. Ладно, сейчас. По-моему, туда слева должно быть. У нас суши, подходите, суши. Лучшая еда в Чайна-тауне. Свежий суп лапша, еще горячий. Отвали, привет. Кисло-сладкий супчик. Лежись, тихо. Я за тобой слежу. Да, мы побыстрее. Тихо, блин, случайно сделал. У меня сами люди туда затолкали. Неприятно. Так, вот здесь, по-моему, да, вот здесь я уже был. Так, люди, отойдите от меня. Винтов здесь просто куча. Так что... Никуда пока не лезем, думаем. Неохота на вас мучить, да? Может, тут как-то можно подняться, я просто не знаю. Надо как-то подняться и с крыши его бомбануть. Вот, здесь я был. Тихо. Хорошо. Вы сами все слышали. Ладно, я ушел. Может, как-то со дна вот можно пройти, там, не знаю. Сейчас попробую. Вот спрятаться здесь можно. И здесь тоже спрятаться можно. Мне кажется, надо сейчас его просто убить, все. Не париться, и сразу бежать вот сюда. Спрятаться просто. Блин, неохота его убивать, честное слово. Я его хочу... Его надо убить, но не так. Не с пистолета, а охота-то. Давайте его попробуем пристрелить. Тихо. Мужики, тише. Где он? Где ты? Вон он.
Юпарасете не того же. Побежали. Да, беги. Так. Фух. Вот так и надо, в принципе, было сделать. Ну, ждем теперь. Охота. Ждать что ли? Так можно, мне кажется, долго прождать их. Вон там один, наверное, даже два. Они вообще все переполошились. Как-то здесь сложно. Будьте осторожны. Сейчас они все успокоятся. Они меня не найдут, я убежал. Супер. Видите, 24 тысячи очков заработал за такое вот убийство. Класс. Еще переодеться бы. Ха-ха. Знаете, что я здесь, только что-то найти меня никто не может. Вон в чем прикол-то. Меня. Ладно, взбодрились. Давайте найдем этого сучка. Тут никого. А, ну все, сейчас они тут скажут, что здесь никого, должны уже уйти. Луки вещи-то. Территории. Уходи. Okay. У нас нарушитель. Дружеское замечание. У тебя никаких шансов, приятель. Вот это по мне. Поехали. Какого патроны-то кончились, блин? Блин. Фак. Как я люблю, когда патроны кончаются. Это же жесть. Вас нереально в реале. Их тут столько, это жесть, как сложно. Я бы мусора убил. Класс, инстинкт исчерпан. Добрый день, сэр. Надо кого-нибудь убить. Надо переодеться. Будет. Я вот знаю, что он идет точно вот сюда. Вот здесь подождем. Сейчас пока он собрать. Вон Кинг идет. Да, он идет-то.
Что это он делает? Понесла. Эй! Класс. Супер. Не знаю, я вроде как его убил опять. Очень быстро. Но сейчас ждем тупо, наверное. Они, в принципе, не должны меня были сильно спалить. Вот, видите, ничего. Ладно, короче, я тут посижу минут 5, пока пойду выпью чаю. Все закончится, я начну опять запись. Ну что же. Выходим. Дин-дин-дин. Вон они там ходят. Здесь точно никак нельзя пройти? Стоп, там что-то кто-то был, что ли? Нет. Вон. Обратно, что ли, идут? Там дофига. И вон в ту сторону идут. Не дай бог, я сюда загляну. Это жесть будет. Сохраниться нельзя. Ну как-то вон туда вот можно залезть. Чё к чему? Люди, блин. Так, вроде что-то уже получается. Спрячем тело. Спрячем тело нафиг. Так, все, вроде как-то получается у нас уже.
Что-то как-то где-то. Что-то. Конечно, ролики веселее было озвучивать, чем вот так вот играть. Тяжко, тяжко получается, тяжко. Ну хоть замаскировался, блин, зря убил чувака одного мирного. И патроны потратил, так неприятно. Вот тут реально так убил кого-то, блин, не маскируюсь. Не дай бог, конечно. Ну, похоже на это, во всяком случае. Так. Лестницы никакой нет. Было бы здорово. Здесь тоже никак не верились. Здесь спрятаться можно. Ага. Полицай. Бежали. Немножко, 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 немножко. Блин! Ну уже давай. Нет, нет, Хитман. Опа. Опа, Ганган стайл. Опа. Убил, убил, убил гниду. Блин, залезь там уже. ХП нет вообще. Хелса нет. Да, я это прошел. Где я это прошел? Фух. Вон. Где еще парни? Да их тут два. Ушли, что ли? Да! Да! Покинуть! Подайте монету старому дураку! Эй, кофе! Скотина! Да. Кое-как. По-моему, по-другому уже нереально там было пройти. Я думал, никогда уже. Принесло твою мрачную лысину в мое жилище. Мне нужна информация. Так это же мой бизнес. Информация. Тебе нужна информация? У меня она бесплатно, есть. Бесплатно, конечно.
А, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Да, он псих. Сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну, твои инструменты. Не, не соглашайся, чувак. Не соглашайся. Как я буду играть? Фак. Слушай, что говорят на улицах. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. А как? У меня даже теперь проволоки нет. Это жесть. Продолжить. А, ну тут все повествуется, да, я не выбирал. Ты ждешь. Чего же? Но есть шанс. Я бы отрядила треть команды, но это работа не для Молдера, а для Скайпера. Зачем ты это сделала? Беги вместе с ней. Она не должна с ней. Красивые глаза у него, все голубые такие. Как будто, да. Как у вампира, как у ведьмака. Терминус отель. Комната 899. Загрузка очередная. Супер. Терминус. Да, загрузка в этот раз как-то быстро прошла. Я задал своим птичкам вопрос, Амиго, и в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер, один из тузов на рынке оружия, недавно очень интересовался твоей птичкой. Он кожу вырезал! Этот самый Декстер живет на последнем этаже отеля Терминус, и вот морозки никого туда не пускают. Но человек твоих талантов наверняка найдет пару способов туда проникнуть. Норм, там охрана. Счастливой охоты. Как и в тот раз, в принципе, тоже. Ой, я даже вижу, как уже там пройти. Так, что у нас есть? Здесь тут можно пройти, нет? Нет. Лагает. Люди не ушли. Вы кто с вами, можно поболтать? Привет, чувак! Тебя заставили стоять на часах по такой погоде? Жестко! Это ты мне говоришь. Сади внутрь, но... Да, вот так, вот так. Ладно, окей, начинаем заново. В минусе я не хочу торчать. И, наверное, давайте на этом закончим. Или нет. Давайте еще, наверное, поиграем немножко. Попробуем пройти дальше. Вон они сейчас заходят. Туда нам пути нет, здесь закрыто. Окей. Будем знать. Все, по-моему, насрать вообще.
пожалуйста, не грубите, я постараюсь. Нет. Это бесполезно, это тут надо как-то по-другому проходить. Просто так наверх нас не пропустят, это точно. Ладно, давайте на этом закончим. Если вам понравилось прохождение этой серии, ставьте мне лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. И у меня на этом все. Следующая серия выйдет, как всегда, завтра. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.